Имам Саид Али Хаменеи, лидер исламской революции на горной прогулке во время пятничного рассвета. 10 октября 2014 года. Во имя Аллаха, милостливого и милосердного. Это первый раз после хирургической операции я смог выйти на горную прогулку. Это совет уважаемых врачей. Мне сказали, что это было бы хорошо для моего здоровья. Горная прогулка полезна для периода выздоровления. И потом я увидел, что погода становится холоднее. Уже середина месяца Мехр, октябрь. Уже 17 Мехра, и до холодов осталось мало. И это создаст некоторые трудности для меня. Слава Аллаху, мы нашли возможность совершить тут прогулку с братьями. Иншааллах, удачи вам. Хвала Аллаху. Аллах вам в помощь.